Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Я к вам с хорошими новостями. Да, вы не ослышались, Бабаху выводят из ветки исследования. И теперь, после торта, будет другой танчик, который называется FV205 Alligator, если я не ошибаюсь. Но мы всю информацию достоверно посмотрим в клиенте игры. Ребят, и это то, о чем я просил сделать разработчиков примерно 3-4 года, потому что Бабах вообще не вписывается в геймплей всей ветки. Мое предположение было поставить, например, того же Баджера, ну или какую-нибудь другую тачку, которая более-менее подходит под геймплей торта. Но Бабаха абсолютно другое. И, наконец-таки, для всех желающих, эта ПТСА будет в разряде коллекционной техники. Хочешь — играй, но абсолютно никаким образом тебе не нужно этот танк выкачивать. Это здорово, я думаю, что это хорошо. И это должно, по идее, произвести определенный резонанс. Теперь давайте, ребят, почитаем информацию от первоисточника. 28 августа Бабаха будет выведена из дерева исследований и станет коллекционной. Ее место на 10 уровне ветки британских машин займет новый ПТСАО FV205B Alligator. Как она выглядит, вы можете посмотреть по большим танкам. По-моему, у нас еще не предоставлена официальная информация, как она будет выглядеть в блице. Уверен, что умельцы найдутся. Итак, что произойдет 28 августа? Бабаха будет у вас голубенькой. Вы ее сможете продать за 2000. И, как я это понимаю, вы просто будете играть на торте для того, чтобы фармить опыт на прокачку FV205 Alligator. Технические характеристики лично мне неизвестны. Что будет за танк, как он будет играться, пока что без понятия. Итак, до 28 августа, как это и логично, если вы продаете Бабаху, она вам будет стоить 3 050 000. Если вы ее вновь захотите приобрести, то это обычная цена прокачиваемой техники 10 уровня. 6 100 000. После 28 августа вы, пожалуйста, можете ее оставить в виде коллекционной техники, можете продать за 2000 золота, это ваше решение. Вот, все, что вам нужно сделать, это успеть прокачать Бабаху. Странно, я не знал, что я это скажу. Успей прокачать Бабаху. Теперь я предлагаю, наверное, посмотреть, как играется Бабаха, хотя вы все прекрасно и так знаете. Ну, окей, не заканчивать же на этом видео. Хотя вы знаете без меня, ребят, что такое Бабаха в рандоме. Скажете, что она токсичная, но она токсичная только тогда, когда играет против вас. Танк одного выстрела, когда играете на ней вы. Ну вот примерно. У меня, по крайней мере, так ассоциируется. Куда ехать? ТТ фланг? Ну, я попробую из кустов что-то дать по прокатке. Очень командно-зависимая история. Это 215-й. Ну, давай посмотрим, может быть, дождемся урана. Может быть, он надумает ехать. Ну, вряд ли. Уже бы поехал бы, наверное. Заподозрил он неладное, мужики. А вот то, что СТС с правой стороны, а вот это просто ужас. Я не знаю, на что тут надеяться. Я надеюсь, что у нас... что-то будут делать вазы всякие, ЛТшки всякие. Дай, просто, пожалуйста, дай мне выстрелить, умоляю. Хотя я стреляю вроде бы в серенькое. Нужно откатывать. А, все. ...550, удивительно. Куда там зашло?
этот стоит просто фулл хпшный. Может, хоть леопарда заберет, догадается. Ну, вряд ли. Надо кара забрать. Хорошо, блин, а я свечусь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот он, да. Не светится. Где-то тут за камнем. Вот тебе и хэш. Я на бабахе не совсем правильно играю. Я на ней еду. Вообще на бабахе нельзя ехать. Помните, первое правило бабаховода — никуда не едь. Представь, что на тебе кровавые следы. Очень удачно, что он не поехал за спину. Да я хочу по нему дать тоже. Ты чё? Ты чё, пацан? Я тоже хочу чё-то дать. После двух таких хэшей дурацких. 500 и 300. Ну, ребят. Не, один всё-таки хэш в рано прошёл. Ладно, может быть, во второй карточке повезёт. Нет, я согласен с тем, что бабаха это, конечно, фаново. 100%. Но... В большинстве своем это страдание. И теперь хотя бы хоть какой-то скилл можно показывать на, ну, я надеюсь, на новом вот этом вот аллигаторе. Он хотя бы будет похож геймплейно на всех предыдущих. Так. Так. Ой, у нас, посмотри, у нас Бачат, Баджер, Стойкий. Все без клана. А, еще и Тапи ВЗ-113. Итак, пишите сразу в комментарии, куда вы тут едете на бабахе, ребят. Я вообще не бабаха, вот. А, нет, вот тут я знаю, типичные кусты для бабахи, это, наверное, вот где-то вот там вот. Где-то вот тут вот, да, наверное, типичные кусты бабаха? Вот, да. Вечное желание стрельнуть фугасом. Оно портит, конечно, всю картину. Весь урон. Потенциальный. Кто там может стоять? 268 может? Ну, вообще мог, уже не стоит. Он там... Ну, тут... Просто казино. Как попадешь, непонятно. А вот это неплохо. А вот это, признаться честно, очень неплохо. Блин, бабаха на самом деле так зависит от раскаток, так зависит от того, куда ты на ней поедешь. Где тебе позволят встать, где тебе не получится встать. Вот этого пацана-то надо бы забрать. Обидочка. Целишься, целишься. 20 секунд ждешь, пока откадешься. А потом ждешь, пока сводишься. И мимо. Ну, либо слышишь попадание какое-нибудь.
Добивай его. Я не буду в него стрелять. Всех, всех, просто всех потерял из виду. Ну, пожалуйста, сдай ты назад. Ну, 1000 снял. А я свечусь, да? Он в меня сейчас будет. Не, смотри-ка, не в меня. Ну тогда хэвика нужно ББшкой забирать. Ой-о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 й. Не, ну ребята, раздавать, зараза, прикольно на этой хреновине. Правда, это слив? Бат, забери его шотного, а. Удобно. Да батик херню делает. Ну вот просто, он просто в кого-то стреляет, понял, а? Не успел выстрелить. Бачат говорит, так точно, где-то кружит. Ой, ладно, ребят. Ну вот такой вот геймплей на бабахе. Можно было, конечно, тут что-то сделать. У нас ЛТ. Я считаю, что у нас ЛТ нулевые. Я считаю, ребят. Вот. Вы и впредь можете, ребята, наслаждаться игрой на этом танке. Только вы будете видеть его как... коллекционную технику. И наконец-таки теперь не будет возникать вопрос, стоит ли качать бабаху или нет. У меня вот другой вопрос возникает. Если, например, человек не успеет прокачать бабаху или просто не захочет этого делать, то получается, он не сможет больше обзавестись этим танком в ангаре. Ну, за исключением, может быть, каких-то ивентов, где бабаху будут... вкидывать в сундуки в какие-нибудь, может быть, будут давать в качестве главного подарка на событиях. Но сложно себе представить, что некогда самый популярный танк тебе придется выбивать из сундука. Но, в общем, чтобы этого не было, успей прокачать бабаху. Все, народ, всем огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца, поставили лайк, ну, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока.